Депутаты областной думы высоко оценили тезисы, на которых глава региона заострил внимание в ходе ежегодного послания. Напомню, накануне губернатор Тюменской области Александр Мор доложил парламентариям о положении дел в регионе. Каждое послание не похоже одно на другое. Сегодня оно может быть более сдержанное, но оно сегодня настолько хозяйственное, хозяйское даже, я бы сказала, с таким точным знанием и масштаба действий, и отдельных деталей, которые мы сегодня услышали от губернатора, что мы понимаем, что губернатор Тюменской области знает, куда идти, с кем идти, что ему делать конкретно. Слово «проактивность», оно звучало постоянно у губернатора, подразумевая и предполагая дальнейшее развитие практически по всем направлениям, где есть возможности роста и потенциала. Губернатор очень много говорил о потенциале. Это касалось практически каждого направления, какое бы мы ни взяли. Это система образования, это система здравоохранения, система социальной защиты и, конечно, экономические все отрасли. Замечательно, что губернатор много текста сегодня слов в послании посвятил вопросу «семья». И, наверное, те многие предложения, о которых депутатский корпус говорил, в том числе о системе специального образования, нашли свое отражение сегодня в тексте послания.